Здравствуйте, дорогие друзья. Представим себе ситуацию. Шумный перекресток, стоит нищий с протянутой рукой, загорается красный свет светофора, рядом с ним останавливается шикарный, там, красивый Rolls-Royce. Так, стекло медленно опускается заднее, из проема высовывается рука и дает нищему, $20 и улетает. Нищий оглядывается, смотрит, его ли это, ему ли это, для него, улыбается, радуется и так далее. Загорается зеленый и уехал. На следующий день Rolls-Royce снова останавливается на том же перекрестке возле нищего. И снова $20, вся та же история, нищий берет. На завтра, послезавтра и так вот месяц. Однажды Rolls-Royce подъезжает, останавливается на красный свет. Но заднее стекло не открылось. Выждав несколько секунд, нищий начинает стучать в тонированное стекло. Стекло не опускается. И тогда он стучит сильнее и кричит, что где мои $20? Дайте мне мои $20. О чем нам этот короткий рассказ? Мы испытываем благодарность в тех случаях, когда понимаем, что получили то, что не заслужили. Но если нам что-то полагается, то зачем благодарить? И мы считаем, что вот мы проснулись утром, нам это полагается, но на самом деле ничего подобного, многие не проснулись. Ты встал утром на две ноги, ты думаешь, тебе это полагается, в мыслях нет поблагодарить за то, что у тебя две ноги работают. Но очень многие не встали на эти две ноги. Вера в Бога зиждется на признании, что жизнь – это огромный дар. Все, что в жизни есть, это дар. Если Бог не чувствует, если человек не чувствует, что Бог дал ему это, да, то он сам не будет искать Бога, он не будет смотреть никуда, он не будет искать того, кто ему это дал. Ведь я же сам хозяин своей судьбы, зачем мне кто-то нужен? Если я чувствую, что мне что-то подарили, что мне что-то дали, я буду искать дарителя. Да? Атеизм не порождает неблагодарности, он сам порожден ею. Атеизм – это неблагодарность. Есть знаменитый 100-й псалом, псалом благодарности. Вообще его положено читать каждый день. Вот, ибо добр Господь навеки милостиво, из поколения в поколение его верность. То есть он нам дает великую, так сказать, силу и надежду. Вот урок, который мы можем извлекать из той ситуации, которая сегодня есть, надо научиться по-настоящему ценить то, что у нас есть. Ценить рутину, повседневность, мелочи жизни, нашу связь с родственниками, с друзьями. И второе, что мы должны научиться, это надо смотреть, мы ответственны друг за друга. То, что кто-то сотворит там, может отразиться там. Тот, кто что-то сделает здесь, мы в одном корабле, если кто-то сверлит дно, то он сверлит общее. И если мы эти два урока хотя бы усвоим, благодарность за все, что у нас есть, и повышение ответственности с пониманием, что каждый наш поступок влияет на мир, то небеса помогут нам и всему миру пережить и этот кризис. Все в нашем мире связано. Сказали мудрецы, слова, которые надо вдуматься, ты пришел в этот мир голым и уйдешь таким же. Ты родился без силы и умрешь таким же. Ты пришел без денег и материальных вещей и уйдешь без денег и материальных вещей. Твой первый душ, который ты принял на земле, это когда тебя мыли и одевали. Последний душ будет таким же, вот это и есть человек. Почему тогда столько алчности, столько гордыни? Почему столько зла, столько зависти, столько ненависти, столько обид, столько эгоизма? У нас очень маленькое ограниченное время на земле. Нужно быть осторожным, как мы его используем. Мудрецы повторяли это без конца. Вот это мы должны помнить. До потопа, который был, да, люди погрязли на земле в насилии, грабежах и убийствах. Потоп принес людям, пусть ненадолго, но мир там стал... Водоутешение написано, потоп. Почему? Потому что на самом деле любые испытания и негативные явления, которые посылает нам Творец, направлены в первую очередь на исправление. Их цель позитивна, при условии, что человек выдерживает эти испытания. Но, кстати, Всевышний всегда дает нам задачи, в которые мы можем выдержать по силам. А когда мы от них просто убегаем, стараясь найти место, где мы учат, вот здесь мы спрячемся от мира, здесь мы спрячемся от себя, это не помогает. Бог, он все видит и все понимает. Браха вы от слаха, всего самого-самого лучшего. И давайте что-нибудь, капельку добра внесем в мир. Это может все поменять.